Юнармейцы – лучшие из лучших в нашей области. Выстроились на импровизированном плацу Брестского полигона перед лицом командного состава и гостей военно-патриотической игры «Орленок». Здесь все, как в настоящей армии. Полевые условия и строгий распорядок дня. Построение по ранжиру, военная выправка, доклад по форме. Прибыло к нам на игру 19 команд, около 200 человек. Конечно, все подготовлены, все хотят победить. Очень отрадно, что очень многие команды с опытом, то есть они из года в год приезжают, именно руководители, которые готовят их. Конечно, ребята меняются, но в любом случае остается такая большая семья, большая дружба, потому что ребята здесь не только испытываются на различных испытаниях, но еще, конечно, между собой знакомятся и общаются. Новые встречи и знакомства, взаимообмен знаниями и опытом участия в игре, ощущение себя частью большой и дружной семьи под названием «Орленок» формирует у юных участников коллективный дух, гражданскую позицию, стремление честно завоевывать победу в соревнованиях с достоинством. Соперником. Молодежь учится взаимовыручке, взаимодействию. Они именно принимают участие в командных видах спорта. Не только в спорт, а здесь и смотр строя, и песни. Здесь у нас и сборка-разборка оружия, автомат Калашникова. Ребята учатся именно взаимодействовать, работать в команде. Уметь слушать и слышать напарника, спешить на помощь в затруднительных ситуациях, быть достойным защитником родной земли – это те качества, которым юные орлята учатся у военнослужащих и старших товарищей в процессе совсем не детской игры. Во-первых, это все связано с патриотическим воспитанием. Направление очень важное, очень нужное, и поэтому этому уделяется особое внимание. Именно любовь к своей родине, готовность всегда встать на ее защиту – это то, что именно воспитывается в таких военно-патриотических конкурсах и слетах. Выверенный до сантиметра и отработанный на многочасовых репетициях строевой шаг на конкурсе смотра строя и песни подтвердил серьезное отношение всех команд-участниц к соревнованию. Причем слабый пол ничуть не уступал в своих навыках мужской половине команд. Юные представительницы военно-патриотического форума блестяще демонстрировали свои способности не только чеканя шаг по плацу, но и сборки-разборки автомата Калашникова в состязании «Снайпер». Все ребята очень сильно стараются, показывают стремление, желание к победе. Это, наверное, самое главное. А больше всего вот удивило то, что именно на первых этапах девчата показывают гораздо серьезные результаты. Ну, наверное, отрадно это. Ну, есть чему стремиться и ребятам. Каждая из 19 лучших команд Брестской области, соревнуясь за победу в военно-патриотической игре «Орленок», получила главный приз – возможность приобрести новых друзей, научиться быть достойным соперником и идти на выручку, протягивая руку помощи, а также стать важной частью дружного спортивного коллектива юных орлят, умеющих с честью принимать как победу, так и поражение. Я хочу пожелать другим командам быть слаженными и быть в первую очередь самой дружной командой, ведь командные действия в этой игре – это самое главное. Здесь не важно, кто прибежит первый, здесь важно, как прибежит вся команда, если говорить про эстафету. В следующем я желаю именно эмоциональной поддержки, которая в любом случае может помочь любой команде. И всем удачи! Наталья Луговкина, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «БУК-ТВ».